Вы вообще помните такая фраза из знаменитого рождественского фильма, кинокомедии? Сейчас, я надеюсь, вы догадаетесь о названии, когда он говорит так, что «My family in Florida, but I am in New York». Помните, нет? Я думаю, что уже вспомнили. «Один дома, два», «Потерявшийся в Нью-Йорке». Режиссер Крис Коламбус, в главной роли Кевин МакАлистер, которого зовут Макалей Калкин. Один из очень многих таких эпизодов из этого фильма снимался именно здесь, в Центральном парке Нью-Йорка. Конкретно здесь, где я стою. А если вы еще это место не узнаете, я вам сейчас его покажу. Вы помните, как отсюда бежал Кевин, когда скрывался от этих страшных преступников? Он бежал вот так вот бежал сюда, прибежал сюда. Затем здесь мы видели такую красивую карету, да, с лошадкой. В задней части был сундук, он садится туда и едет дальше, убегает от этих липких преступников-бандитов. И дальше он куда отправился? Да, знаменитая Плаза, гостиница Плаза, одна из древнейших гостиниц в Соединенных Штатах Америки, которая была построена в 1907 году. Если помните, при входе в эту гостиницу он спрашивает у человека одного, а где ресепшн? Тогда этот человек был владельцем этой гостиницы, а сейчас он является президентом Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Ну, тогда Дональд Трамп на самом деле владел этой гостиницей, а при разводе со своей женой в 2004 году он свою «Мона Лизу», как он называл тогда отель «Плаза», продал израильской компании по, значит, реал-эстейту за сумму 675 миллионов долларов США. Сейчас это уже гостиница «Плаза», наполовину гостиница, а наполовину это просто частные апартаменты. И самая дешевая квартира там стоит 25 миллионов долларов США. Уважаемые друзья, если вы помните еще какие-то эпизоды, которые были сняты именно здесь, в Центральном парке, в фильме «Один дома, два потерявшиеся в Нью-Йорке», я их жду в виде комментария. Я очень жду ваш добротный лайк, подписка на мой канал «Мистер Отабек ТВ» и до встречи!